Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Отойдите, пожалуйста. Дайте мне убрать. Вы что творите? Мы стоим. Девушка, женщина, вы вообще в своем уме вообще, а? Да, в чем смысл данной фразы? Вам здесь не нужно думать о смысле, вам нужно принимать. Вы сейчас наговорите на 317 на оскорбление представителя власти. Пойдете со мной в отдел. Оскорбление представителя власти 319, чтобы вы знали. 317 это убийство представителя власти или покушение на убийство. Он сказал, что снимают только на трассе. Послать или как? Попробуйте. Да? А скажите, у вас вот рыбки такой нет, хочется сибаса, а вот мусора все никак не едут. Всем привет! Продолжаются гастроли клуба «Патриот», и сегодня я и Яковлев Кирилл, руководитель питерской секции «Хрюши против», приехали сегодня в супермаркет «Сезон», который расположен в Кировском районе города-героя Ленинграда, а ныне города Санкт-Петербурга, по адресу проспект Маршала Жукова, дом 30. Это видео мы уже снимаем после разноса магазина. Магазин уже разнесли в пух и прах. Будет интересно, знаю точно, потому что события уже эти были. И снимаем с запозданием вот это начало. Так что не переходите на другой канал, смотрите обязательно до конца. Будет весело и интересно. Чеки призовые. 300... Какие чеки, не понял? А, чек в подарок при покупке, да? Это, или что это? Я не понял. С чеком подойдите призовой. Какой отдел? Призовой. А, я думал, 64-й отдел полиции. Подойдите в отдел. Можете с чеком. Туда, тут хотите. Рядом же тоже, да? А если мне там пару дадут за призовый чек? Вдруг вы выиграли приз, удар боксерской перчаткой. Бух, короче. Нет, нам нужен оригинал. А мы оригинал забираем. В смысле оригинал вы забираете? Такие у нас правила. Грубейшее, да? Нарушение прав потребителей. Тогда не играйте. В смысле, тогда не играйте? Тогда подходите к контролеру и у нее берите. Какому документ, контролеру? Знаете, что это покупатель документ? Мне ничего доказывать сейчас не это нужно. Это документ покупателя. Какие правила? Я понимаю. Какие правила? Вам сделали копию. Лишать покупателя. Вот все оригиналы забираем. Копию себе можете оставить. Нарушаете. Тогда это не ко это мне, документ. Представьтесь, подходите. Пожалуйста. Нас нет боязни. К директору подходите и выясняйте. Директор магазина, просьба подойти к призовому отделу. Вас ожидают. Напоминаем, директор магазина, просьба подойти к призовому отделу. Вас ожидают. Руку величина. Руку. А зачем это делать? Это нарушение правил. Сейчас подойдет директор. Подойдет директор. Не надо тут концерт устраивать. Кто-то мне представляет. Зачем нарушать? Зачем вы это? Зачем где ваши бейджики? Вам каком знаете? В смысле? Там не подходит. Почему? Бейджики покупателя? Ну кто вы? Представьте, какой покупатель. Что вы тут концерт устраиваете? Концерты идут в концертном зале. Вы мешаете людям. Зачем вы кричите? Каким людям мешать? Зачем вы кричите? Убирайте, пожалуйста. Да вы ничего не трогайте тележку. Не трогайте. Уважаемые покупатели, будьте осторожны, магазин «Дин» продает товары с истекшими сроками годности. Покажите, не надо руками здесь покажите. Не трогай. Кто такая? Покажите, что вы купили у нас товар. Покажите. Сначала, не надо мне. Как зовут? Как фамилия, имя, отчество? Не надо. А кто ты такая? Где бейджик? Ты не представилась. Пожалуйста, не ходите мне. И на вы. Я ты не представилась. Вы кто такая представитель? Заместитель директора. Заместитель дальше. Директора. Да. Почему ведет себя так заместитель права директора? Вы будете подтверждать вы свои полномочия? Она я не вам представляет. Должна подтверждать свои полномочия. Вы есть у вас хотя бы? Это не обязательно. Я вам подтвержу, если вы подтвердите свои полномочия. Я покупаю. Вот и понял. Там отпрыгнул. Сережка здесь. Как-то пришел деловой. Я покупатель. Почему продают просрочку? Почему пытаются чек, который является документом, покупать, он у вас в руках. У нас забрать. Да вы как просто. Уважаемые покупатели, будьте осторожны.
Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Будьте осторожны, магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Вводить в заблуждение. Ты что кричишь? Вы не имеете права. Что вообще чужое оборудование трогать? Ты что оборудование чужое трогать? Я тебе не тыкаю, понял? Ты оборудование чужое трогать? Я тебе не тыкаю, понял? Ну отойди. Я покупатель обычный. Вот и отойди, не трогай ничего оборудования чужое. Ты меня обманываешь, понял? Я покупатель. Ты его купил оборудование-то? Буду дальше тыкать, будешь орать. Что ты говоришь? Такое я говорю, понял? Ты оборудование, какое имеешь право трогать? Какое право ты имеешь вводить в заблуждение покупателя? Уверен? Уверен. Да? Докажи, Алик, свои... докажи, что не тебя обманывают. Кто такой? Как, я не работник, я покупатель. Ты кто такой? Раз рояль, я покупатель. Мы по обычным, понятно? Вот иди покупай дальше. Я пошел к товарищу. Иди покупай. Да вы мошенники, обманщики, серьезно? Понятно? Ты уверен? Серьезно, мошенников ответишь в суде? Отвечу. Давай, докажи то, что здесь обманывают покупатель. Ну все, твои слова сняты, что мошенники. Мошенник. Я Александр. Что ты за тело? Я не знаю, Александр ты или Василий, или Акакий. Почему тело? Я человек. Любой предмет, любой живой и неживой, одушевленный, одушевленный является телом. А что вы слушаете покупателя? Вы слушаете покупателя. А, ты покупатель, да? Я покупатель. Ну иди покупай дальше. Я покупатель. Покупатель. Я покупатель, что непонятно? Кричите, иди покупай. Не кричите, не кричите. Гунишко, а не покупатель. Вот его коллега. Мы вас не вызывали, поэтому к нам какие должны остаться. Начинают говорить, что продают просрочку. Я говорю, делайте, не надо так делать, провоцируйте. А не надо сообщать, что говно магазин торгует, да? Люди начинают обращать внимание. Я не ругаюсь. Вот, я говорю, все же записывается. Вот, все записывается. Не надо так делать. Все записывается, что надо. Люди шокируют. Здравствуйте. Подобное. Это не вышибал. Группа. Либо участковый по адресу маршала Жукова. Ты понимаешь, здесь нет времени, руками не надо трогать, а то уже некоторые ответили за превышение полномочий. Вот. Мы информируем сегодня покупателей о наличии тутлика в этом магазине. Подождите 5 секунд, я показал. Послушайте, подождите, я показал. К ним вы приехали, к ним. Они вам покажут, что вы... Пусть показывают, пусть наклевещут побольше. Уважаемые покупатели, будьте осторожны, магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Покупатель, будьте осторожны, магазин реализует огромное количество товаров с истекшими сроками годности. Сейчас человек закончит и все. Все, можем разговаривать. За клоунов сейчас ответишь. Не, тихо, я не боюсь тебя, не боюсь. Уборщица, отойдите от нас. Отойдите, пожалуйста. Дайте мне убрать. Вы что творите? Мы стоим. Девушка, женщина, вы вообще в своем уме вообще, а? Так, давай вот это здесь, чтобы все сухо и наполнено. Вообще все оборзевшие. Тихо. Нет, хочется вам приятно. И покупатель, который покупателем не является. Руки свои. Убрала от пиджака. Хотите, пожалуйста, обратно. Не скандальте. Пошла вон отсюда. Зачем? Вообще что-то приборзела. Нафиг иди с своими перчатками. Вы мешаете сейчас кинжалку будет заплакать. Пиджак дороже твоей жизни стоит. Вы только что трогали вот это ведро своими руками. Клоун. Клоун? Что за организация работает? Организация покупателей. Что организация? Вы от кого-то? От покупателей. В смысле от покупателей? Покупатель. Чтобы совершить покупки продуктов питания в магазине, да, не обязательно быть из какой-то организации. Пришел, купил, вот все. То есть они точно на самом деле просрочены, да, все? Да, все просрочено. Информация подтверждается или нет? Нет. А я ей не показывал, она не подтвердила, понимаете, не свои полномочия. Да попросите ее отойти. Вот она не подтвердила своих полномочий. Попросите женщину отойти. Диалог. Я не против этого. Вот смотрите, вот есть дата производства, да? Так. Это уголовка, 238-я статья уголовного кодекса. Вы можете по чеку показать, что вы действительно это приобрели? Вот, смотрите, даже глаз 12 месяцев с даты изготовления. Александр, вы меня слышите? Чек показать, что вы действительно приобрели это. Ну что ты подсматриваешь, не веди себя как хабалка. Подтверди сначала свои полномочия. Успокойтесь, все сейчас... Попросите отойти, женщина. Или зови директора, если он более адекватен. Если он может подтвердить свои полномочия. Больше нет. Я. А кто ты такая? А это Парашник, да? Какие-то свои требования здесь озвучиваешь. Все это приобретено. Вызываем представителей МВД. Вот она бы подтвердила свои полномочия, был бы другой разговор. Может быть, даже без представителей МВД. А кто такая? Здравствуйте. Слушайте, пришли молодые люди. А, говорят на то, что они вроде как купили просто...
либо не вызвав директора, включили громкоговоритель и на весь магазин стали покупателей вводить в заблуждение, что здесь одна просрочка, срочно директора, то есть когда я к ним подошла, значит, они мне тыкали. Другого заместителя, который тоже подошел, они оскорбляли. И, значит, требуют, чтобы я подтвердила им свои полномочия. По-другому они со мной разговаривать не хотят. Они мне не показывают. Потому что вы еще не подтвердили свои полномочия. Может, вы уборщица тоже? Кирилл, я тут отсутствовал чуть-чуть. Кому капитан сначала? К ней подошел, да? Да. То есть не к заявителю. Капитану то же самое. Скажи, скажи прямо сейчас. Руки свои убрала быстро. Мужчина. Руки убрала. На полтора метра отойдите от меня. Руки убрала, крылья мини. На полтора метра отойдите от меня. Скандал, да. Товар был приобретен. Капитану то же самое скажи. Они ничего не украли, ничего. Еще раз повторяю. Товар был действительно приобретен. То есть он не к заявителю. Вот они хотят крови. Замечательно. Интересно, девки пляшут вообще. Они нас оскорбляют. То есть он не хочет. Пишите заявление. Он не хочет идти к заявителю. Устанавливать, кто заявитель. Видимо, он крышует. По какой карточке приехали? Он к первым по какой карточке вот приехали? К этой бабе, которая представилась заместителем директора, не подтвердив своих полномочий. Александр, не оскорбляйте, пожалуйста. Ну, человек исполняет служебных обязанностей. Зачем оскорбляете? Я излагаю свое собственное мнение. Ну, это ваше мнение. Вы можете культурно. Да, у меня еще второй человек. Вы тоже звонили? А вы кто? Я дежурный 64-го отдела полиции, капитан полиции Рожжиев. Какой? Он вот. Так надо было так еще раз, делать, подождите, наверное. Я звонил. И по какой карточке приехал? Я звонил. Я приехал еще... по карточке директора магазина. Еще раз, пожалуйста, нечетко фамилия, я слышу, в маске заглушают, к сожалению. Что? Фамилию, имя, отчество, пожалуйста, почетче. Вот он, ручный жетон. Нет, это жетон 003-573, фамилия, имя, отчество. Пишите, Рожжиев Михаил Владимирович. Рожжиев? Совершенно верно. Рожжиев Михаил Владимирович, верно совершенно я услышал? Совершенно верно. Хорошо. Вы по какому поводу звоните? Значит, смотрите, Михаил Владимирович, данное торговое предприятие нарушает грубейшим образом права потребителей. Я совершил покупку сегодня в этом магазине, покупку продуктов питания. В этой покупке есть и товары для детского питания. К сожалению, все товары, которые я приобрел, оказались с истекшими сроками годности. А нам сказали, что мы должны подойти вот с этими чеками, вот в этот отдел, предъявить чек, и тут у них какая-то лотерея проходит. И у нас, доставляя нам копию чека, забирают, пытаются забрать оригинал чека. Мы говорим, как же так, этот документ, как вы имеете право у нас его отбирать? Представьте, говорим, вот это делать, представьте, пожалуйста. Она отказалась, она позвала уборщицу. Вы заявление писать будете? В устной форме подам вам заявление. Это ваше. Что наше? Вы бездействовать будете? Заявление писать будете? Вы писать будете. Вы будете писать. Я его вам продиктую, вы напишите. Пойдем с моих отдел слов. Полиции. Какой отдел на полиции? Место пришествия здесь происходит. Так, хорошо, там. Ваши документы. На каком основании? Мои документы. Вы лично свои подтверждать будете? Вот я сейчас заявитель, я сейчас могу не подтверждать свою личность. Предоставьте ваши. А если я с собой не ношу документы, это меня лишает права обращения в МВД согласно 736 приказу. У вас документов вообще никаких нет? Не знаю, может есть, не помню. Но вы спрашивать можете все, что угодно. Вы ключи от моей виллы в Испании можете спрашивать. Я их вам тоже обязан прям предоставить. Цирк устроить или вы будете нормально? Чтобы вы нормально реагировали. Цирк сейчас вы устраиваете. Прошу вас привлечь к ответственности. Пишите, да? Руководство супермаркета «Сезон», которые осуществляют продажу продуктов питания с истекшими сроками годности. Усматриваю признаки преступления. Пишите. Все? Нет, не все. Считаю, что осуществлять продажу
детского питания с истекшими сроками годности. Да, в чем смысл данной фразы? Да. Вам здесь не нужно думать о смысле, вам нужно принимать заявление. Вы сейчас наговорите на 317 на оскорбление представителя власти, пойдет со мной в отдел. Оскорбление представителя власти 319, чтобы вы знали. 317 это убийство представителя власти или покушение на убийство. Считаю, что осуществлять продажу детского питания с истекшими сроками годности могут лишь представители торговых предприятий, обладающих противозачаточными свойствами. Пишите, противозачаточными свойствами. Надо обратиться к неизвестной женщине. Предоставьте, пожалуйста, ее отзывы. Если вдруг вы на самом деле работаете. Я же не работаю. А я не знаю, работаете вы здесь или не работаете. Что вы тогда мне обращаетесь? Предоставьте ее отзывы, пожалуйста. Она нужна сейчас будет. Сейчас ваш протокол будет зарегистрирован, направлен на дежурную часть, и сюда будет направлен на дежурную часть следственная оперативная группа для проведения осмотра. Либо СОК, либо участкового, достаточно участкового. Достаточно... Я доложу вышестоящее руководство, они примут решение. Уважаемые покупатели, будьте осторожны, магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Повторяю, будьте осторожны, магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Обращайте внимание, уважаемые покупатели, да, эксперты к нам приехали. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин. А вы считаете, что артисты это не это как нехорошая работа, да? Отличная работа. Ну. Стоят, рассматривают детское питание, которое они проглядели. А вот честно, охрана не нужна. Ну, отстаньте от нас, пожалуйста. Как от покупателей, отстаньте, пожалуйста. Что это за шпион такой? Шпион. Скажи, пожалуйста. Я прошу отстать от нас. А что снимается? А что, нельзя? Нельзя, я не хочу, чтобы вы меня снимали. А мы вас не снимаем. Мы не хотим, чтобы здесь работали. Вас фиксируют только. Снимают девочек на трассе. Я не думаю, что вы на трассе, правильно? Чего? Он вообще, сказал, что ли, охренел? Он сказал, что снимают только на трассе. Послать или как? Попробуйте. Да? Хорошо там уживется. Спасибо. Кто с колбасницей живет. Ну, он колбаску пожирает, и колбасницу ест. А скажите, у вас вот рыбки такой нет? Хочется рыбки, хочется сибаса, а вот мусора все никак не едут. Да, давайте то и другое. Выиграл бесправие. Выиграл возможность остаться без оригинала. Я сейчас делаю осмотр, фиксирую все это соответственно. Вот это должно дожить как предмет совершения административного правонарушения. Но вы потом возвращаете, также прикладываете какой-нибудь документы. Сохранную расписку, я говорю, вы должны у них это взять. Обеспечить сохрану, сильно не взять в отдел. Смотрите, уже можно сделать возврат денежных средств по чеку, да? А, смотри, упакован 23-го, годен до 23-го. Это просрочка. Почему? Годен до 23-го. Сегодня изготовили, у него срок годности, знаете, сколько у этого продукта? Упакован. До 23-го, 12-го. 12 часов. А где здесь прописано? Упакован 23-го, годен до 23-го. Где время? Срок годности, 12 часов. Где это прописано? Я буду тоже ставить на своем, все-таки был нарушен. Регламент Таможенного союза, должен быть состав прописан. У нас есть в стране еще и аллергики. Я считаю, вот данные товары, кроме Кока-Колы и вилок, некачественные, также требуют сделать возврат, но вы можете перед сроком и не делать его, например. Вот, но тогда, в таком случае, раз если у нас с вами сейчас будет спорная ситуация, вы обязаны будете составить акт прием-передачи остатков товара, да,
и провести в рамках 18 статьи закона о защите прав потребителей экспертизу за счет торгового предприятия, уведомить меня надлежащим образом о дате, месте, времени проведения экспертизы, подготовить должным образом. Вы будете сдавать за счет торгового предприятия, делайте экспертизу. Почему в таких случаях, об этом говорит 18 статья закона о защите прав потребителей, четко ясно говорит. Обратите внимание, что у вас в магазине вот никто не носит бейджик. Ни контролер, ни те, кто контролером представляется. Ну это не обязательно условие ношения бейджика. И охрана. У вас во всех сезонах питера так или нет? Или только один раз в магазин? Вообще в любом торговом магазине? Нет, я по сезону сейчас интересуюсь. В любом торговом предприятии ношение бейджика не обязательно. А ну во всех сезонах так, да? Не знаю. Мы еще не прощаемся. Собственно, а что, а возврат? Такое до свидания. Она возврат не отдала, а говорит до свидания. А это взял и слинял под шумок. Да. Так, это у нас 1100. Надо зафиксировать, что они вот... Какие деликатесы? Возврат чека. Зафиксируйте. Перестаньте это деликатесами называть. Зафиксируйте, пожалуйста, что вам сделали возврат чека. Смотрите, деликатесы, которые вы здесь... Зафиксируйте. Слушали, да. Сделали возврат, признали свои ошибки, тем самым сделали возврат денег. Мы вас угостили. Молодцы, поросеночком копченым. Я не мог понять, там горох или оливки, мне состав не продублировали. Вот горох мне можно, а оливки мне вероисповедание употреблять в пищу не позволяет. Возврат 1652. Вернули, спорить не собираетесь. Пожалуйста. Температурный режим от 0 до плюс 4, а в зале много больше. Консервы, да, допускается, что стоят здесь. Он у вас здесь портится. Берем. А если я еще раз появлюсь в следующий раз и увижу, что продаете так же, я без вариантов добьюсь у представителей МВД, чтобы они все это без возможности списать изъяли к чертовой бабушке в отдел. Вот, а знаете, почему вы не знали обо всем этом? О чем сегодня узнали? Хотите скажу? Потому что вы не подписались и не нажали на долбанный колокол, чтобы быть в курсе. Надо обязательно подписаться и нажать на долбанный колокол, чтобы быть в курсе. Вот, он подписан, он знает, он подписан уже. А если вы еще торгуете просрочкой, тогда мы идем именно к вам, клуб «Патриот».